Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня вашему вниманию представляю обзор своей новой гитары. Это Fender Telecaster стандарт Made in Mexico 2002 год. Немного по характеристикам. Корпус гитары ольховый, склеенный из нескольких частей. Гриф кленовый, полностью цельный гриф. Всего на грифе 21 лад. Немного о датчиках. Датчик, значит, на бридже здесь стоит Seymour Duncan. На внеке здесь стоит какой-то кастомный датчик, намотанный, но звучит он очень клево. Колки здесь стоят, Schaller, Made in Germany. Отлично держат колки, я сколько в демку писал, всего лишь два раза подстраивал. Схема здесь распайки необычная. Значит, схема здесь немного навороченная, поскольку в бридже стоит хамбакер, то хамбакер здесь используется в трех положениях. В нижнем положении переключателя хамбакер используется как последовательно подключенные катушки. То есть плюс, минус, минус, плюс, последовательно. От этого сопротивления у него больше и выхлоп мощнее, и съем звука гораздо плотный получается. В среднем положении здесь используется только одна катушка, первая, это отсечка. Используется одна катушка, он работает как сингл. И в этом положении, в третьем, катушки запараллелены. То есть начало одной катушки соединяется с началом другой. Начало, конец одной катушки соединяется с концом другой. В этом случае сопротивление у него самое низкое. То есть ниже, почти в два раза ниже, чем сопротивление каждой катушки. Но при этом подавление шумов есть и характерный такой сингловый звук. Состояние гитары довольно-таки приличное, очень классное. Значит, гриф практически без помарок. Лады слегка сточенные, но учитывая ее возраст, это нормально. Есть потертости сзади, есть потертости сбоку. Есть. Дополнительно здесь сделан карман для переключателя. Но он как бы сделан очень фирменно и на звук практически не влияет. Бридж стоит здесь родной, шестисидельный. Каждое седло регулируется как и мензура, так и высота. Ну, я выстроил для себя, то есть под те струны, что здесь были, они здесь стали новые. Довольно-таки и неплохо получилось, и очень удобно, и при этом звук довольно-таки интересный получился. Кстати, о звуке. Проиграл я очень много комбинаций и очень много разных композиций на нем. Ну, для себя хочу, нашел я свой такой звук интересный, это и сам нековый датчик, он очень приятный на клине, очень разборчивый, очень читаемый. В среднем положении, когда два сингла вместе, получается довольно-таки специфический звук телековский. Это именно по этому звуку можно хорошо четко определить именно звук телекастера. Ну и изюминка этой гитары является то, что параллельное подключение как бы хамбакера добавляет такого интересного звучания. Оно не совсем плоское получается, но довольно-таки четко прорезает. Прорезает в пачке, думаю, вы это тоже услышите на звуке. We'll be right back.
We'll be right back.